33 тысячи рублей выманила незнакомка у администратора магазина одежды. Инцидент произошел в торговом центре «Рио». К администратору подошла неизвестная и сказала, что если та не избавится от порчи, то близкие люди могут умереть. Сказала то, что у меня на маленького ребенка, вообще через 2 месяца она умрет, сделана порча. То есть, когда я была беременна, порча была сделана очень сильно, и передалась ее плоду. И с мужем я развелась тоже из-за этого. Ну и когда она сказала то, что он ребенка, да, и все мне просто перечеркнуло. После нехитрых манипуляций незнакомки женщина трезво осмыслить ситуацию уже не могла. Тем более, что действия гостей казались ей преисполненными высшего смысла. Она этот лист, на котором у меня ладошка была, она вот так вот подняла свою руку и говорит, ладошку держи. И с другой стороны зажигалка начала вот так вот водить. И на листе как вот жирные пятна, вот от пота, знаете, было. Вот так вот было 2 креста могильных, один побольше, другой поменьше. И цифры в зеркальном порядке, ну, в зеркальном отражении, если брать. 2 тройки, 3 девятки. Она говорит, вот эту сумму ты мне должна дать, чтобы я сняла порчу. Такой суммы у женщины не оказалось. Она сняла с кредитной карты все деньги, 28 тысяч, а недостающие взяла из кассы. Только спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и вызвала полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».